Сегодня покажу, как колоть на станке. Колем на произвольный модуль. Сейчас покажу пару приемов по работе и настройке станка. Итак, смотрите, если у вас вы смольту колите вот так, то, скорее всего, она у вас разобьется неправильно. Лучше колоть краешком. Второе, если даже вы колите краешком и у вас два резца ровно параллельно друг другу, то есть вот так вот один, второй параллельно, то тоже большой шанс, что он может разбиться неправильно. Поэтому такой вариант расположения резцов ровный хорошо для камня, когда он идеально ровно. Но для смальты лучше колоть одним каким-нибудь уголком, и чтобы он ударял первым. Поэтому, как видите, вот здесь маленькие такие скобы мы подложили специально, чтобы этот угол был ниже чуть-чуть, на 1 мм был ниже, чем тот угол. И тогда он, получается, колет чисто уголком. И уголком скол будет получаться, ну, скорее всего, лучше, чем если будет колоть плоскостью. Видите, когда вот он задевает, даже вот, когда смальта чуть неровная, это как это, и задевает не уголком, а чуть подальше, он сразу крошит. Вот, видите, тут сразу накрошил. Вот. То есть, а если, например, у нас будет задевать сразу уголком, то она будет идеально ровно колоть, вот как здесь. Даже какие-нибудь длинные в таком случае будет колоться нормально. Если будет задевать вначале середкой, то, скорее всего, будет крошить. Например, если мы будем так колоть, то шансов, что она будет крошить, больше. Но тогда хорошо колет. Это колю уголком. Ну, довольно-таки ровно. Подписывайтесь, потом еще что-нибудь расскажу про мозаику и про колку смальты. Всем пока!